2022 году в селе Новоишимское района Габита Мусрепова в рамках госпрограммы «Нурлы-Жер» сдан в эксплуатацию пятиэтажный жилой дом. Работы выполнены товариществом ПМК-5. Жилье предназначено для очередников. На сегодняшний день заселена 31 квартира из 50. Строительство пятиэтажного дома началось в августе 2022 года. Подрядчик – товарищество ПМК-5. На стройке трудятся 35 человек и 4 единицы техники. Средняя заработная плата рабочих – 120 тысяч тенге. На строительство из областного бюджета выделено 792 тысячи тенге. Программа «Бонша Нурлы-Жер». В 2022 году по госпрограмме «Нурлы-Жер» сделали пятиэтажку на станции «Локомотив». Сейчас возводим второй объект. Готов на 70% работы. Близится к завершению. В августе 2022 года товарищество ПМК-5 завершило строительство еще одного пятиэтажного жилого дома. В октябре 2002 года прошел первый конкурс среди очередников. По итогам приобретено 13 квартир. Средняя стоимость – 11 миллионов тенге. В настоящее время проводится конкурс на оставшиеся 19 квартир. У нас завершился конкурс четвертый среди очередников и неочередников. На данное время данные еще в обработке, сколько будет приобретено. На сегодняшний день заселено 13 квартир. Интерес есть. Сейчас уже люди часто приезжают, узнают, интересуются. Многим нравятся квартиры. Жилой благоустроенный дом для сельчан планируется сдать в эксплуатацию в сентябре текущего года. Елена Горбанева, Диар Жилкайдаров, Михаил Казначеев, служба новостей.